среду, 20 февраля, Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В нем прозвучали ключевые направления развития страны в ближайшие годы. Среди них помощь многодетным семьям, развитие льготной ипотеки, а также пенсионные гарантии. Губернатор Ямало отметил, наш регион выполнит все задачи, поставленные президентом страны. Эпидемический порог по гриппу превышен в 23 регионах страны. На Ямале в медицинские учреждения обратились 9929 человек с диагнозом ОРВИ. Пороговое значение на Ямале превышено на 11,4%. Больше всего заболевших дети от 3 до 14 лет. Летом 2019 года россияне могут столкнуться с дефицитом молока и молочных продуктов на прилавках продовольственных магазинов. Это связано с приказом Минсельхоза. Остановку поставки могут вызвать любые неточности в оформлении документов и ветеринарных свидетельств.